Давай расскажи, какие у тебя чувства, что ты уходишь в пятый класс? Я рада, что я ухожу в пятый класс, и мы будем учиться с первой смены, и у нас будет много времени. Хорошо. А учителю хочешь что-то сказать? Про учителя, про вашего? Нет. Не, не хочешь? Нет. Ну хорошо, передавай тогда другому. Нового подлеска абсолютно нет. Поэтому год назад мы решили садить деревья начать. Мы посадили. Небольшая часть совсем прижилась. Осенью мы еще досаживали. И вот сегодня привезли тут где-то порядка 500 штук. И привезем еще. Там будут ребята копать позже, если у нас хватит сил, мы еще высадим.